Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Сегодня пятница, я сходила за продуктами, все вам сейчас покажу и расскажу. Вот взяла 3 упаковки молока, 2 вот лому, это значит как бы природное, это коровы, которые содержались на природе, вот. Одно себе оставлю, одно Нине отнесу. И вот еще написано фирмой Valio плюс Майто. Это тут написано, что здесь, значит, в этом молоке вот есть протеин, есть кальций, есть магнезиум, есть Б-витамин и Д-витамин. И что тут еще? Ну и все, вот это вот такое вот молоко. Все это молоко до 28 числа. Я много пью молока, я в день могу выпивать литр молока. Поэтому себе 2, а Нине отнесу 1. Вот такая вот, сегодня у нас 26 число, вот такой вот суп, лохи кейто, это с красной рыбки, тоже буду кушать сейчас вот. Это такое детское питание фирмы Бона, Nestle Бона. Здесь манго и игрушка. Вот немножко яичек, 5 штучек, ну мне больше не надо, у меня есть еще. Вот колбаски целые, полкилограмма, тоже столько не надо, отнесу Нине половину. Это рисипуро, это рисовая каша. Оставлю себе, может быть, поужинаю. Это вот курочки, маленькие кусочки филе курицы. Хочу завтра борщ варить, вот как раз использую с курицей. Это Райя Юста, как всегда я вам рассказываю, рассватона обезжиренная. Вот такие 3 вкусняшки взяла. Вот такие 3 штучки взяла, 3 вкусняшки. Люблю такие тоже. Вот на борщ взяла капусту себе. Помидорчики, эти, которые кушать, они потверже. Это такие мягенькие, потереть борщ. 1 апельсин. Это петрушка. Укроп и зеленый лук у меня есть. Вот такой очень вкусный лимпука. До 29 числа тоже половину Нине понесу, половину себе. Это сладкий хлеб, очень вкусный, тоже люблю его. Вот такой батон, как всегда, беру с чесноком. Это просто белый хлеб. Я хочу его в духовке сделать, чтобы были такие сухарики. Сейчас я вот вам покажу, у меня вот остался один сухарик. Это мне Ната Майя с Италии всегда привозит. Такие вот сухарики, видите, итальянские. С Италии привозят. Так, а я думаю, а почему бы мне не сделать таких сухариков? Взять и это самое в духовку. Я-то с белых батонов раньше всегда делала. Ну, попробую с такого сделать. И вот такую взяла себе вкусняшечку. Вот. Люблю тоже такую штучку. Тоже половину. 350 грамм. Половину оставлю себе. Половину отдам Нине. Ну, вот это то, что я сегодня взяла. По магазинам немножко прошлась, ничего не купила, потому что ничего и не было такого. Вот видите, мой цветочек тут на полу стоит 1, и вон на полу стоит 2. Это я утром, когда уходила, балкон открыла, их брызгала с такой брызгалочки. Я их каждый день брызгаю, поливаю раз в неделю, а брызгаю каждый день. Поэтому ставлю на пол, потому что, я помните, у меня тут стояла эта полка для цветов, под окном, а я ее сюда что-то переставила. Я вообще люблю перестановки. Ну, думаю, переставлю сюда. Вот и переставила. Но на этой полке не брызгаю, потому что остаются потом пятна. Поэтому я ее убираю. Там же, видите, у меня вот белая вот эта вот полка. Ну, комод, как там всегда. Вот там у меня диванчик маленький. Вот. И этот цветок тоже брызгала. Вот. Погода пасмурная, я вам сказала. Пасмурная погода. Сегодня, ну, хорошая, теплая, плюс 19 градусов. Сегодня у всех православных печальный день, Страстная пятница. Вот, я тоже придерживаюсь и католических праздников, и православных праздников, поэтому сегодня ничего не делаю. Вчера был чистый четверг. По православным канонам я вчера тоже делала уборку. Вот хотела что-то переставить, но что-то так и не поняла, что мне, куда мне переставить. А так хочется перестановки. Я люблю всякие такие разные перестановки. Вот. Завтра вот пойду в церковь. Видите, вот тот день, что надо в церковь идти, 27 числа. Это мне пришел счет. Вот 20 евро 60 центов за
поликлинику я ходила к врачу, вот пришел счет. Ната моя уже мне оплатила, надо выбросить. Она мне всегда оплачивает по интернету счета мои. Ну, так я и не поняла, что мне переставить, как мне сделать. Вот. А единственное, вот покрывало сняла с дивана. Надоело оно мне. Там такое было тоже серенькое, велюровое, мягенькое такая. Хоопа называется. Вот, надоело, я сняла. А так тут все оставила так же, как и было. Подушки только вот такие вот поставила по цвету штор. Шторы такие немножко сиреневые такие, видите. Вот. И люблю, когда открыто, чтобы мне было туда видно все это. Тут прищепками прищипнула. Я всегда прищипаю прищепками. У меня есть такие держатели, но я их не люблю. Мне прищепками гораздо удобнее. Когда не надо, я беру так вот раз и это убираю. А здесь у меня жалюзы надо тоже открыть, потому что на улице пасмурно немножко, поэтому надо открыть. Но эту жалюзу я не поднимаю, потому что она как-то немножко там заедает, так я ее и не хочу туда-сюда дергать. Она все время у меня опущена. Просто если надо, так я беру ее и это открываю, чтобы было. Там, видите, у меня такой вот этот вентиляция такая выходит, оттуда дует. В моей спальне так я себе заклеила ее, чтобы не дуло. Вот. Ну вот еще раз покажу вам. Это вот все, что я принесла. Больше ничего не брала. Да, в принципе, такого ничего не было. Фруктов что-то не было. А бананы еще были. Я не захотела брать бананы. Думаю, да, не надо, не хочу этих бананов. Вот. Сейчас вот пообедаю и позвоню Нине, пойду к Нине, отнесу ей половину продуктов. Мне так много, потому что не надо. Ну вот, буду заканчивать свой рассказ. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока-пока. До новых встреч.